В этом году уже ставшие визитной карточкой для Абакана соревнования, посвященные Владимиру Петровичу Кондранину, проходят в рамках Кубка Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно на состязаниях собираются лучшие баскетбольные команды. В этом году свои регионы представляют спортсменки из Новосибирска, Аби, Красноярска, Ангарска, Кызыла, Омска и Абакана. Наши баскетболистки уже дали соперникам понять, сражаться они будут ярко. Сегодня показали характер бойцовский. Очень отчаянно сражались в защите. Сделали неплохой задел в первой половине, а в третьей четверти перестали забивать. Новосибирск догнали, сократили до 6 очков, но потом все-таки концовку выиграли. Играть спортсменкам предстоит по так называемой круговой системе. Это значит, что в ходе соревнований каждая команда успеет сразиться друг с другом. В число победителей и призеров войдут баскетболисты, выше других поднявшиеся по турнирной таблице за все дни соревнований. Игра была очень напряженная, мы старались, бились до последнего. Настрой на победу, как всегда. Тактики никакой нет, будем играть по силе команды, смотреть на нее. Надо просто биться, стараться и не сдавать назад, и все. Мы еще не играли игр, но у нас сейчас будет игра с Новосибирском Союз. Настроены мы, ну хорошо, мы готовы выигрывать. Мы будем биться, бороться, стараться, постараемся выиграть как можно больше. Вот. Еще у нас вторая игра с Омском. Тоже настроены на нее положительно. Все-таки хотим отыграться за прошлую игру. В первый день Кубка сразились 4 команды. Абакан сыграл с Новосибирском, Обь с Ангарском. Впереди у спортсменов еще 5 соревновательных дней. Ксения Майерзу, Рабка Бахидзе, новости.